Сегодня у нас проходит замечательное событие, это День R. Мы его проводим специально для того, чтобы найти талантливых молодых специалистов к нам в команду. В Омске исторически уже больше 3 лет мы представлены как IT-работодатель. Для банка эта конференция очень важна, это как день открытых дверей. Здесь не мы учим и рассказываем, мы еще имеем возможность получить фидбэк. Нам все нравится. В этом году очень много народу, и это просто прям радость. Если бы я был бы студентом, и мне хотелось бы понять, в какой области, да, в будущем мне имеет смысл развиваться, я бы наверняка на подобное мероприятие пришел. Решили попилотировать новый формат метапы, хакатоны, в них больше интерактивы, они сейчас популярны для диджитальной айтишной аудитории. Это самый эффективный, мне кажется, способ рассказать про то, что мы хотим, да, ну, какую-то идею донести и ответить на вопросы каждого. А не просто отчитаться перед тем, кто пришел, перед публикой. Понравилось то, что по сравнению с прошлым годом сделали не просто выступление, а разбили на такие небольшие активности по группам. В ходе митапов я получила много лайков, прошла на следующую конференцию, и я очень рада, что туда попала. Я нашел ту сферу, в которой мне действительно было бы интересно развиваться.